ребята выступали 22 ноября в Schwein. Вот, и нам не хватило времени доиграть свои песни, как говорится, чтобы поставить жирную точку. Вот, что-то час пролетел душевно, и мы решили, что надо делать продолжение, несмотря ни на что, даже сейчас Рождество. Многие, кто хотел прийти, не смог, поскольку находились не здесь. Вот, и поэтому следующая песенка продолжается. Это моя программа АКУ.РОК, часть 2 уже. Ну, в общем, попробуем продолжить с моим больным голосом. Надеюсь, он прорежется. Тут у меня где-то была настойка древняя. Мама прислала на травах чай. Волшебный такой специальный чай. Сейчас я его выпью. Говорят, там зверобой и метка. Говорят, живительная влага помогает очень. Ми-ми-ми. Начинаем. Поэтому, еще раз хочу сказать, программа не репетировалась, как и предыдущая, в связи по разным обстоятельствам. Следующая песенка называется «Ангел плотской любви». Тоже из старого творчества. Очень было это давно, где-то 2001 год, насколько я помню. обнаженная лежишь, твое тело ветер обдувает, и ты хочешь, но молчишь, чувствовать, что кто-то рядом, но одиночество в ночи мешает чувствовать мечты, но мечты твои грязны, ты ангел, ангел, ангел плосколюбивый. Уничтожаешь мечты, возбуждая этим себя, разбивая сердца, но вновь удаляя себя. Ты уничтожаешь мечты, возбуждая этим себя, разбивая сердца, но вновь удаляя себя. Ты уничтожаешь мечты, возбуждая этим себя. Что-то так, как-то так, как-то так, да, как-то так. Тяжело, когда болит горло, ну ничего, мы продолжаем, продолжаем дальше, продолжаем. Следующая песня, такая балладная песня, придумано в 2006 году. В общем, мы начинаем. Это песня «Звезда измен». Итак, еще раз напоминаю, программа не репетировалась вообще. Скрипачка была найдена в переходе. Да. Шутка. растопи мое сердце. Случай интересный. Я работал плотником, и я строил ритуальный магазин возле кладбища. Возле кладбища строил магазин. Ну, строили магазин рядом кладбище, такая вроде обстановка нормальная, да, там. И такой, ну, как бы строишь, но он немножко напрягает, кладбище вроде рядом. Потом там женщина одна в другом ритуальном магазине, уже который построен, да. Вот, и она говорит: ребята, бригада там, типа, идите сюда, покушайте, там все такое. Как все проголодались, время обеда, пора. Вот, и ну, мы пошли такие, ладно, думаю, сейчас там что, столовая или что там. Ну, да, открывается дверь ритуального магазина, там стоят гробы, там все такое. и всякая такая инвентарь такой, венки и так далее. Я думаю, как можно здесь кушать вообще? Она так это настругала нам колбаски, там всех дел там, вот, и говорит, приятного аппетита. Я говорю, ну ладно, приятного аппетита, понятно, я уже вроде привык, что здесь надо есть. Я говорю, а где можно присесть? Он говорит, а вот он гроб, сядь сюда прям, иди сядь, поешь. Вот. Ну, поели с горем пополам, поблагодарили, ушли. Потом это продолжалось каждый день, поскольку ритуальный магазин продолжали строить, и питались, соответственно, в другом ритуальном магазине, на гробах и мраморных памятниках. В общем, сюжет такой, то, что человек ко всему привыкает. Сегодня он человек, завтра не человек. В общем, как-то так просто что-то вспомнил эту историю. Следующая песня в мире без звуков. Морг. Что, у тебя нету таких аккордов? Видите, я говорю, полная импровизация, но это хорошо. Пожалуйста. Поехали, сейчас. Раз, два, три, четыре. Как раз после этой песенки как раз у нас будет пепел. Пепел будет, песня «Пепел», да. Нет, подожди, название. Пепел. Да. Почему не слышно? Потому что у меня нету. Поворачивайся ко мне, подходи поближе. А у тебя же микрофон еще там, да? Полная импровизация, ну это, наверное, и есть рок. Полная импровизация, полная живая музыка, полный квартирник, полный клуб Schwein, так скажем, шутка. Ля. Ля минор. Любимый ля минор. Пусть будет ля минор, чтобы было проще. Раньше я был мотылёк и летел на каждый огонёк. Но меня обожгла искра, в моем сердце теперь дыра. Я просто теперь хожу, никуда я не лечу. Мои крылья как пепел, сдул летний ветер, и ветер отпел. Летит высоко, летит далеко туда. Спасибо. Так, следующая песня называется «Закрой глаза». Закрой глаза. Да-да, у тебя нету этих нот. Но я тебе скажу, это соль мажор. Все прекрасно, как всегда, в это Рождество. Yeah. Спасибо. Сейчас маленькую секундочку, прям водички. Следующая песня про любителей, так сказать, полуночников. Про ночной город. Все такое, да. А? Песня «Ночной город». Oh, yeah. Настолько и хватило, да. Мы все просчитали, да. Следующая песня в той же тональности. Стих «Лунный вечер». Знаешь, да, эту песню? Нет? Ну ладно, ты, конечно, не знаешь, да. Конечно, она ее не знает. Эту песню мы играли в первой программе, но она у нас как а-ля такая вот, такая песня у нас, такая романтичная. Песня «Стих в лунный вечер». отцу. Давайте концерт поаплодируем Константину Биру, музыкальному проекту. Замечательное выступление, рад, что ваш состав расширился.